Софи Смодурова. И у Татьяны Мишиной, да. И у Татьяны Мишиной. Софи Смодурова была в этом сезоне в финале юниорского гран-при, но выступила, скажем так, не очень удачно, хотя там все наши девушки выступили просто здорово. Но кому-то нужно было выигрывать, а кому-то, соответственно, уступать. Эта незавидная роль досталась Софии Смодуровой. Она была пятая, по-моему, да? Шестая, да, пятая Поненкова. Ну, шестая в мире. Шестая в мире, на секундочку. Из юниорок. Это не так плохо. Так затанцевалась, чуть не снесло перед акселем. Ну, стоять. Весь зал любит ее. Ввинчивается буквально в лед на вращениях Софи Смодуровой таким коловоротом. Ну, чистенько. У нее здорово. Нет большого прыжка, но у нее есть чистенькие, небольшие, докрученные все прыжки.